Мы снова в Юхновском районе, в месте, до которого довольно-таки непросто добраться, но добраться стоит. А чем знаменитое это место, что это за место, подробнее нам расскажет командир поискового отряда имени Краснопивцева Максим Сапожников. В этом месте 30 июня 1942 года, после выхода из вражеского тыла, после успешного выполнения боевого задания, погибла большая часть солдат из отряда «Особые» Амсбон НКВД СССР под общим командованием майора Петра Алексеевича Коровина. Я так понимаю, Амсбон – это то, что сейчас мы называем спецназом? Да, это прародители таких спецподразделений, как «Вымпел» и «Альфа». В июле 1941 года была создана особая группа НКВД СССР для ведения разведывательно-диверсионной работы в тылу немецких войск. В состав Амсбон входило много специальных отрядов, в которые вошли помимо выпускников и студентов Московского государственного института физической культуры известные мастера спорта, несколько рекордсменов страны. Весной 1942 года для нанесения ударов по коммуникации противника в тыл были заброшены разведывательно-диверсионные отряды общей численностью в 259 человек под общим командованием майора Петра Алексеевича Коровина. С апреля до июня 1942 года отряды взрывали железнодорожные пути, спускали под откос эшелоны, минировали шоссе, уничтожали мосты, нанося противнику серьезный материальный и физический урон. За весь период действий в тылу особые пустили под откос 24 немецких эшелона, в которых погибло порядка 2500 солдат и офицеров вермахта. В 60 местах подорвали железнодорожное полотно, прервав движение на различных участках железной дороги на 50 суток. В ходе диверсионных операций было уничтожено 97 карателей и 24 полицая. Почему именно в этом месте установлен памятный знак? То есть именно вот здесь погиб отряд? Да, именно в этих местах удалось найти солдат, которые, соответственно, не смогли пересечь последнюю линию обороны. А как поняли? По личным вещам, по документам? Да, были найдены медальоны, в том числе и значки. У одного из солдат были обнаружены два значка «Участник парада физкультурников на Красной площади, 1938 год» и значок ГТО второй степени. Также у него сохранились письма. По образцам почерка нам дали заключение с 90% вероятностью, что это один из бойцов Лошкарев Константин Павлович. Когда мы нашли его родственников, они привезли его фотографию, и на этой фотографии он был изображен с этими двумя значками. Максим, я так понимаю, это все вокруг немецкие окопы, немецкие укрепления? Да, совершенно верно. Это передняя линия обороны, по которой проходила линия фронта в 1942-1943 году. Угу. То есть эту линию не смогли преодолеть Амсбон? Да, совершенно верно. До этих мест очень трудно добраться, но добраться действительно стоит.